Hold up. Вов, давай жги. Окей. Вот для меня стал смыслом жизни, но в детстве это был тяжелый период. Меня, можно сказать, волочили по полу и выкинули на лед. А подлетает гусар и говорит: Андрей, что ты ржешь? Уже время, час ночи. Мне просто надо было стоять на пустые ворота. Меня давали, я забивал голы. Поехал на выезд и сказали, что все. Едете домой, ребята, не развернули автобус и назад. Больше не хочу задавать никаких компрометирующих вопросов. Я так... Давай еще. Это «Я в хоккее» – проект, который мы делаем со «Спортпровокатором» и Украинской хоккейной лигой. При поддержке торговой марки «Примач». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите «Я в хоккее».